Зачем я решил пробежать 10 километров? Я хочу проверить себя. Это небольшой челлендж. Во-вторых, я хочу понять, научился ли я распределять силы, подготавливаться к забегу. Ну и в-третьих, мне просто интересно, смогу, не смогу, на что способно вообще мое тело. Ну это можно и к первому отнести. Я встретил путника. Он шел из стран далеких. И мне сказал, вдали, где вечность сторожит пустыни тишину, среди песков глубоких обломок статуи распавшейся лежит. Овсянки и кофе должно хватить на 10 километров. Вань, хватит мне это? Вань. Первый километр есть, пульс около 130, темп около 8 километров. 8 минут километр, прошу прощения. 17.30. Женщина из Самсунга подсказывает мне, что я пробежал уже 2 километра. Значит, возле дома будет не 3, а 2.5. Тренировка возобновлена. Три километра завершено, ребят. Малета. Сил уже, честно говоря, ни хрена. Вчерашний, наверное, паркран сказывается. Ну, тяжело, тяжело. На силу воли тут бегу. Наверное. 5 километров. Из полустертых черт сквозит надменный пламень. Желание заставлять весь мир себе служить. Воятель опытный вложил в бездушный камень те страсти, что могли столетия пережить. Шестой километр. Еще, правда, женщина не объявила, что шестой километр. Но я перешел на шаг, решил немножко продышаться. Левый бок заболел чуть-чуть. Сейчас продышусь и возобновлю. Как раз будет шестой километр. Шестой километр. В горку. Сейчас побегу. Пиздец, тяжело. Я не вывезу. До 7 километра пришел. 7 километр. О, блядь. Я не бледный. Я бегу, как на карате учили. Такими маленькими шажками, не поднимая ни хрена ноги. Сратый бег. Я добрался до водички. Третий круг, по-моему. Остался сейчас последний круг. Сейчас воды попью. И вперед. Очень тяжело. Голеностопы отъезжают. Ноги уже вообще не вывозят. Жестко. Ноги уже просто каменные. 2 километра осталось. И, по-моему, кроссовки стали натирать. Жестко. Крайний километр остался. Как и планировал, бегу его вокруг пруда. Это 10 кругов. Поехали. Финалочку-то я пробегу, ребят. Последний. Фух. Ноги не такие. Тело не такое. Голеностопы ехали давно. Все каменное, кирпичное. Но я бегу. И сохранил слова,
обломок изваяния. Я Азимандия, я мощный царь царей. Взгляните на мои великие деяния, владыки всех времен, всех стран и всех морей. Я почти справился. Я сделал это. Ну какой ценой? О, сейчас ноги отъедут. Кушать хочется, пить хочется. Баночку забыл. Опять за баночкой сходить. С водой. Сейчас чуть передохну и сделаю отзыв. Забегаем. Нормально. Стоило того. Было тяжело, но я пробежал эти 10 километров. Хочется кушать. Ноги отъехали, голеностопы отъехали. С водой все нормально. Бутылочки маленькой хватило каждый круг пить. Что могу сказать? Похоже было на то, как я бежал первый раз 5 километров. Абсолютно схожие ощущения. Просто в конце ноги отъезжают, потому что они не готовы. По выносливости, по дыхалке все было нормально, все хорошо. А вот голеностоп, ноги, мышцы, они не справились чуть-чуть. Ну, как справились, я же добежал, но все-таки часто ходил пешком. Шел пешком. Метров по 100, по 200, по 300. Кругом нет ничего. Глубокое молчание. Пустыня мертвая и небеса над ней. Побегу ли я еще, честно говоря, десятку, я не знаю. Для меня идеальным бег — это до часу. Вот после часа уже тошно бежать. А вот до часу все нормально. Поэтому если буду укладываться 10 километров в час, то нормально. А так, не знаю. Что-то не очень понравилось, честно говоря, бежать полтора часа. Во-первых, скучно стало, а во-вторых, ну, тяжело. Такое вот мнение об этой пробежке.